В региональном правительстве прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Тверской области. Также власти рассмотрели готовность к паводку Верхневолжья. Участие в заседании принял губернатор Тверской области, руководители региональных министерств и ведомств, федеральных структур, главы муниципалитетов. Игорь Руденя поставил задачи перед руководителями территорий, прежде всего с повышенным риском подтоплений. Первая – установить круглосуточный контроль противопаводковых мероприятий. Вторая – обеспечить работу систем оповещения граждан о чрезвычайных ситуациях, а также провести информационную кампанию с жителями по разъяснению действий при возможном подтоплении территории. Третье направление работы – обеспечить готовность пунктов эвакуации и временного размещения граждан в случае необходимости. Четвертое – совместно с Министерством транспорта Тверской области контролировать состояние дорожной сети. Должен быть создан запас материалов и сформированы ремонтные бригады. Также необходимо следить за расчисткой дорог, ведущих к гидротехническим сооружениям. Мы понимаем от того, насколько штатно пройдет у нас период регулирования уровня воды во время весеннего половодья, у нас будет зависеть и пожарная безопасность в нашем регионе, начиная с середины апреля. За последние несколько лет мы с вами сформировали комплексную систему подготовки к пожароопасному периоду. Это оповещение населения, аншлаги, материально-технические запасы, профили рисков, определение территории, где это может происходить. Я поручаю главам взять под личный контроль весь комплекс мероприятий по подготовке к прохождению пожароопасного периода. И наша задача, чтобы текущий год у нас прошел в штатном режиме,